творец профсоюзов бывший, он так назывался, архитектор Павлов, один из первых его, наверное, проектов здесь в Иркутске. Ну, он несколько перестроен, крышу сделали скатную, немножко изменили как бы все. И дворец бракосочетания. Ну, меня в нем смущает вот это одно кольцо. Вот эта вот скульптура в архитектуре. Ну, дворец бракосочетания, понятно, что это же два кольца, да. А вот здесь золотое это кольцо одно. Но это симптоматично. Ладно, я вот хожу и далеко сегодня уезжать не хочу. Хожу и думаю, что же здесь рисовать? Чертить надо, а не рисовать. И все же, я думаю, что когда видишь сложную какую-то задачу, а это же задача, да, как вот нарисовать вот эту прямолинейную современную архитектуру, тут возникает масса вообще ответов. Можно так, можно так, можно так. И все, и впереди бездна творческих решений. Садись и рисуй. Поэтому вот смысл, да? Не знаешь, как нарисовать? Садись и рисуй. Решай, отвечай на задачу. Ну, что я сейчас и попробую сделать. А вот YouTube, блядь, где дворец бракосочетания внизу, где фонтан. Спасибо.